стремился сделать незнакомцев максимально реалистичными. Прямо чувствуешь, как это могло случиться со мной. Зритель вместе с персонажем отправляется в это путешествие. Происходит настоящая трансформация. Есть загадка. Кто эти незнакомцы? Постоянно подкручиваем болтики, обостряем ситуацию. Отпустите меня сейчас. Это эпическое путешествие выживания. Потому что ты здесь. Мы хотели остаться верными оригиналу. Что в нем было такого тревожного и ужасающего? Это может случиться с кем угодно, где и когда угодно. Я учился на своем опыте с сиквелами «Кошмар на улице Вязов 4» и «Крепкий орешек 2». Мне нравится термин «репликация опыта». Вы обязаны дать зрителю то же самое, что они полюбили в оригинале. Даешь им те же эмоции, но в новой упаковке.